Сцена Ивановского драматического театра не видела ремонта с момента его основания. Выделение средств на реконструкцию стало поистине главным подарком к 80-летию театра. Прежнее покрытие износилось настолько, что актерам приходилось чаще смотреть под ноги, а не в глаза зрителям. При установке декораций также возникали большие трудности. Очень много дыр было. Каблуками встаешь, у тебя нога подворачивается. Это основное. Мы боялись. Мы знали наизусть все ямки, которые есть на сцене. И приходилось, к сожалению, думать об этом. За долгие годы сцена просела. Из-за соседства театра с Увадью грунт смещается. Выход из этой ситуации нашли. Планшет сцены будет держаться не на кирпичных столбах, как это было ранее, а на винтовых опорах, высоту которых можно регулировать. Их начнут устанавливать в ближайшее время, как только будет завершен частичный демонтаж кирпичной кладки. Произведены технические изыскания, сделаны решения технические. По плану будет установлены винтовые опоры под планшет сцены, так как сцена имеет проседание в двух местах под порталами и посередине сцены. Сцена будет выполнена из клееного бруса. Пока в зале драматического театра идет ремонт, актеры работать не перестанут. Запланировано несколько гастролей. Кроме этого, артисты будут играть на сцене Ивановского музыкального театра. Мы договорились с нашими друзьями из музыкального театра. Они предоставляют в сентябре нам площадку, на которой зрители смогут посмотреть наши спектакли. 18, 19, 20 и 21 сентября на сцене музыкального театра пройдут спектакли нашего театра. «Дюймовочка. Сказка для детей», «Палтус крутую» и «Боинг-боинг». Новый 81-й театральный сезон будет открыт на новой сцене. Сотрудники театра и радуются, и переживают одновременно, так как планшет сцены – это сердце театра. Театр испытывает как некие печальные моменты, так и оптимистичные. Печальные, потому что это намоленный кусок, да, который очень долгое время набирался энергии, и мы сейчас с ним прощаемся. И стелим новый планшет, и от нас будет зависеть, как мы его сможем напитать. Реконструкция завершится в начале октября. На новой сцене сразу же начнутся репетиции. 81-й театральный сезон будет открыт премьерным спектаклем «Король Лир» по пьесе Шекспира. Любовь Почерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.